branco ili jedna sam Fede Branko, ajde vidimo. Начало большого пути и подписание данных документов – это только начинает историю нашей компании в Черногории. И это первый этап осуществления инвестиций в производственный комплекс «Нишичи». Целого ассортимента брендов в различных категориях, таких как ликеры, водка, ром, джин. Мы планируем великий ассортимент различных производов в разных категориях, и то есть производы, как что су ликеры, водка, ром и джин. В рамках этой деятельности нам необходимо будет провести обновление производства. И в окверу тезарадни мы чему можем добавить производство. Поэтому мы планируем закуп дополнительного оборудования и развитие данного завода. Только планируем купить новое оборудование и развой этого предприятия. В целом мы ожидаем, что количество новых рабочих мест, которые будут созданы, составит около 300 человек. Ожидаем, что брой заposленных, которые будут ангажированы в предприятии, будет повышен до 300 людей. Мы надеемся, что те продукты, которые мы будем производить, они будут не просто быть высокого, не будут не просто высокого качества, но они также будут визитной карточкой Черногории. И ожидаем, что производы, которые мы производим, будут не только производы высокого качества, но и будут визитной карточкой Черногории. Поэтому большое спасибо за возможность реализовать этот проект на территории Черногории. Тогда великая хвала за возможность да реализуем этот проект на территории Черногории. Veliku zahvalnost dugujem danas mi je sastanku što prisustvuje naša dva najvažnije ministara u vladi po pitanjima ekonomije i što prisustvujemo zaista jednom velikom istorijskom početku u pravljenju velikih biznisa, globalnih biznisa na svih vjetnog.